До войны был, работал на канатном заводе. На каком? Канат. А именно что там делали? Водитель дизельного погрузчика. Угу. Откуда вы сами? С Иловайска. А военная специальность у вас есть какая? Да, я ее получил в украинской армии. Это когда я нес срочную службу. 98-2000 год. ПГТ «Десна». 2 года учебной дивизии. Командир танка и наводчик танка. Т-64, Т-72, Т-80. А с какого момента вы решили вступить в ополчение и бороться за родную землю? Почти с первого дня. Ну, да, я приехал в нашу ОДА в Донецке и оттуда переправился в Славянск. С мая месяца, 1 мая, я уже был в Славянске. Ну, а вот как вы именно к этому пришли, вот хотелось бы знать. А я могу вам сказать честно и откровенно, никогда не поддерживал украинскую политику. Всегда для меня был сильными политиками, Сереж, всегда были сильными политиками для меня Путин и Медведев. Путин и Медведев. Ихняя политика, ихняя армия всегда меня удивляла, всегда меня, можно сказать честно, даже гордился всегда. Всегда уважал флаг. Даже гимн. Угу. Никогда не мог понять вот этот гимн украинский, «Чайная мэла Украина», так и не мог понять до сих пор. А с Россией вас что-нибудь связывает? Да, у меня там много родственников, много друзей, много родственников. А... Друзей разных национальностей, могу сказать честно. И грузинов, и армян, азербайджанцы, просто россияне. С Белоруссией даже связывают. Там тоже родственники? Да. А ваши друзья, которые были в обычной гражданской жизни, много ли из них вступило в ополчение? Нет. Многие там сидят за столами, доказывают, что, блин, козлы долбаные там, знаешь, а сами нет. То есть они за ополчение, но диванные такие? Ну да, да, диванные войска. Понятно. А вот что бы вы могли сказать тем мужчинам, ну не только своим друзьям, вообще мужикам, которые отсюда уезжают с земли Донбасса, беженцы или те просто мужчины, которые здесь остаются? Давайте согласимся с вами, что это не мужчины. Давайте. Все мужчины находятся вот здесь, вот рядом от меня. Поверьте мне, я могу сказать одну вещь, что на этой войне я много чего увидел, много чего знал. Особенно горжусь же не только мужчинами, которые находятся рядом возле меня всегда, но и девушками, женщинами, которые с нами здесь. Даже в моем батальоне есть командир женщин. Командир роты. Командир роты? Да, женщина. Как у нее позывной? Позывной у нее нет, просто ее имя Лена. А можно ли сказать, что очень много людей приезжают из других государств, из других стран? Да. У меня было 3 друга чехословака, которые приехали к нам воевать. Но, к сожалению, 2 из них погибло. Угу. В Снежном. А здесь, на территории аэропорта? Ну, тут у меня есть и грузины, и чеченцы. Так что это именно ополченцы. Не именно, которые там 1-2 человека, угу, которые именно воюют. Угу. Пришли, я не считаю, что это ихняя земля. Хотя родились... Один в Грозном родился, другой родился под Тбилиси. Выросли здесь, на Донбассе. Угу. Знаете, как я всегда говорил? Блин, ненавижу то, что он родился на Украине. Ну, рад тому, что на Донбассе. А какие планы после войны? После войны? Служить Донецкой Народной Республике, если понравится. В военной форме или уже по гражданке. Угу. Так, ну еще много у нас комментариев постоянно по поводу вот вашей личной жизни. Ее нет. Я не женат.